Приехал такой аппарат нам на ремонт. Что не работает? А, вентилятора. Сейчас будем искать, делать автоматику, чтобы все сработало. Ну что, все, сейчас пока на ручного. Нажал тумблер, включились вентиляторы. Не нажал, проебал, грубо говоря, так. На канале можно маты. Надеюсь, да? Можно? Ну что, будем пробовать, не вот ставим, чтобы управление основным охлаждением, здесь их два. Это вот здесь получается ходовое, оно там в полтяги крутится еле-еле, уже два двигателя запитали последовательно. И они как бы в полтяги тянут. А есть спереди, там, вот, здесь, там стоит дополнительный кулер, он тоже японский, он по полной программе, когда уже идешь по болоту, по тьме, такую, в нагрузку. И здесь у них сделали тепляк, как бы, ну, то есть датчика как такого здесь нет. Его поставили, но датчик нормально замкнут, не могут понять, как сделать прошлый электрик. Куча соплей. Попробуем вот это вот все там убрать, что там написано пихано. Попробуем внедрить пандоровский модуль RMD5. Здесь встроены реле. Мы их попробуем три релюхи запустить. Там суммарный ток будет 20-40 ампер, не более. Попробуем сделать управление. Здесь же будет нормально замкнутый реле идти, через датчик нормально замкнутый, и будут шунтироваться потом другой релюхой, через тумблер, там будет режим автоматики, будет режим ручной. Попробуем сделать, правда. Погодка такая на улице. Немножко снегом будет, холодно, но ничего. Позже снимем, покажем, что там получится. Здесь еще вижу кислота на аккумуляторе. Блин, нет, прожрешь себе всю одежду. Да, ну потом проверим, как она будет.